О метеопрогнозах на субботу расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – мебельный салон «Эспас». В мебельном салоне «Эспас» весенние скидки до 25% на весь ассортимент. Гостиные, спальни, детские, прихожие, кресла и ортопедические матрасы любого размера. Распродажа выставочных образцов мебели. Приходите, выбирайте, забирайте. Мебельный салон «Эспас», железнодорожная 52, южный, для дома, второй этаж. 7 мая, по данным Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске днем ожидается 15 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до плюс 7, малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный, вечером юго-восточный слабый. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 765 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 7 мая – день Савы или Евсеев день. Считалось, что после 7 мая могут наступить ночные морозы. Именно в этот период зацветали клены, тополя, березы. Также считали, люди, рожденные 7 мая, наделены способностями, помогающими бороться со злыми силами. Всем жителям города дарит подарки наш спонсор – мебельный салон «Эспас». Скидки до 25% на весь ассортимент. Приходите, выбирайте, забирайте. Мебельный салон «Эспас», железнодорожная 52, гипермаркет «Южный» для дома, второй этаж. На этом у меня все. Желаю хорошего отдыха. До свидания.